Дело в том, что когда мы смотрим на всю историю человечества, мы видим, что прежде чем был заключен завет с отдельными людьми или с целым народом, прежде чем были даны заповеди, постановления, каноны, обряды, повеления Божьи, мы видим, что этому что-то предшествовало. Всему этому всегда предшествовало построение взаимоотношений между Богом и отдельным человеком, между Богом и отдельным народом. И для Бога принципиально важно не какая-то форма, даже не какие-то стандарты, а для Него принципиально важно, когда мы говорим о Боге, о человеке, отношения, которые Он строит с нами. Когда я с Ним искренен, даже когда я согрешаю, я все равно остаюсь с Ним. Если я с Ним честен и искренен, даже когда согрешаю, это доказательство того, что я по-прежнему остаюсь с Ним. Можно иметь внешнее благополучие, можно внешне выглядеть благочестивым, но при этом быть не с Ним. А при этом можно кувыркаться и барахтаться в своих проблемах, но быть искренним и честным с Ним. И в итоге это приведет человека к победе и к прорыву в его вере. Доверять Богу что означает? Мы не можем доверять Богу, если мы не смиряемся пред Ним. Мы не можем доверять Богу, если мы не признаем Его власть и господство над нашей жизнью. Доверие Богу всегда сопровождается смирением пред Богом. Кому Он Господь, тому Он и Спаситель. Часто бывает в жизни людей, которые в церкви, которые пришли в церковь, вроде все у них нормально, жизнь складывается, все, христианская жизнь течет своим чередом, и вдруг бах, какой-то кризис. И люди понимают, что у них вообще-то не было веры до этого момента. И вот сейчас, когда пришел кризис, им нужно все-таки начать по-настоящему доверять Богу. Знаете, с некоторыми людьми Бог очень серьезно поступает. Не так, как со всеми остальными. Это не означает, что Бог лицеприятен. Мы не всегда знаем, как закончится наша ситуация. А нам и не надо знать. Чтобы пройти через них, нам не надо знать, как они закончатся. Наша естественная реакция человеческая, когда приходят испытания. Неважно, мы сами туда влезли, лукавый нам подсуропил, или это Бог инициировал. В любом случае, нам испытания радости не приносят. Именно в испытаниях и трудностях у нас становится больше Христа и меньше нас самих, потому что в трудностях, испытаниях, в этой печи выплавляется все, что может сгореть, и остается то, что не сгорает, а не сгорает только то, что от Него. А то, что сгорает, это то, что от нас. Именно в этих трудностях, испытаниях наша вера человеческое уходит, но взамен приходит Божье. Сгорает все плотское, греховное, ветхое, прошлое. Происходит преображение в образ Христа.